Нижегородцев ждут на Щелковском хуторе. Несмотря на отсутствие снега этой зимой, здесь есть ледяная горка. А в фольклорных играх с удовольствием принимают участие и дети, и их родители. Здесь ловят гостей на валенок, перетягивают канат, водят хороводы. Некоторым даже удается побороть медведя. Для тех, кто хочет совместить развлечения с интересной информацией, в музее-заповеднике открыты памятники деревянного зодчества. В них можно увидеть уникальные предметы старинного русского быта. Народные гуляния на Щелковском хуторе продлятся все новогодние праздники. Мы здесь уже не первый раз, мы здесь до этого были в Масленицу. Здесь всегда проходят очень хорошие мероприятия для детей, развлечения и рассказ о фольклоре. Мне кажется, это... В Нижнем Новгороде вряд ли где-то еще увидишь. Очень интересно всегда проходят с интерактивными играми для детишек. Им нравится. И нам, взрослым, тоже развлечение.